В Химках провели заключительное в этом году заседание Общественной палаты. В ходе встречи глава округа Дмитрий Волошин подвел итоги года и наградил самых активных участников. Благодаря инициативе жителей Химки стали лучшими среди муниципалитетов с населением более 100 тысяч. Эта заслуга, безусловно, она наша общая. Мы ее никогда не приписываем кому-то конкретно. Это заслуга администрации, общественной палаты, депутатов, то есть нас, горожан, людей, которые стараются сделать этот город лучше. Наметили и планы на следующий год. В 2019-м на первый план выйдут проблемы экологии, образования ЖКХ, строительства и здравоохранения. Именно эти темы лидируют по количеству обращений граждан. Большинство проблем можно решить, если выстроить диалог власти и общества. Мы надеемся на то, что мы сможем выстроить вот историю такую, чтобы мы действительно были друг другу полезны. То есть не то, что мы пришли, поговорили, разошлись, потому что мы сейчас будем бороться именно за качественный формат. Те мероприятия, которые мы будем готовить, они тоже должны перейти на какой-то качественный иной уровень. В 2018 году в адрес Общественной палаты муниципалитета поступило более 1000 обращений от жителей. Все они были рассмотрены и взяты на контроль.